Как научить собаку подавать тушку зверя? Приступать к занятиям с тушкой следует только после того, как собака хорошо усвоила апортировку привычных предметов. Некоторые собаки сразу охотно подают зверька. Их не смущает ни вес поноски, ни шерсть, а некоторые начинают проявлять брезгливость к меху, либо им непривычен большой вес. Постепенно приучайте собаку носить тяжелые предметы – килограмм, два, три и так далее. Для этого существуют специальные утяжеленные поноски, но можно воспользоваться подручными предметами. Взрослый русак весит до 5 килограмм, лисица – около 7, и это должна быть вполне посильная задача для взрослой крупной собаки. Если собака отказывается брать зверька из-за меха, потаскайте тушку на веревке. Любая охотничья собака непременно начнет ловить и прикусывать зверька, а затем и пытаться удержать его на месте. Когда собака проявила достаточно интереса, можно снова возвращаться к апорту. Не торопите собаку, она должна проявить естественный интерес к поноске. Не старайтесь заставить ее делать это через силу. На охоте пользы от такого обучения не будет.